Вот еще когда раз, мы в понедельник ездили, у нас получалось из трех котельных не подходила ни одна по запасу. Больше всего было в Ястребово на где-то примерно 6 дней. В Горном на 2 дня, в Ключах на 1,5 дня, ну или наоборот. То есть 7-дневного запаса, по сути, не было нигде. Утром я специально перед работой заехал. На 2 дня запаса. То есть Рябовская котельная была. Ну, еще раз говорю, уголь вышится каждый день. И, кстати, качество угля оставляет желать лучшего. Потому что это была вскрышка, которая была, там оставалась. Каждые 2 часа котельщики выгребают, котел чистят, потому что невозможно этим углем топить. Разобрались мы.